it's a love crusade. The truth is like a black bouquet. Money's got us all enslaved. The bullets and the bombs we make. Oh no. It doesn't have to be this way, but I promise it'll stay this way. If you would rather hear me say that everything is all okay. I don't care for your drugs, I don't care for your fame. Do you care for the truth if you're not entertained? I can see through your eyes, I can see through your pain. And you're scared to admit you feel out of place. Всем привет! Мы сегодня едем в Галат. Сейчас, конечно, на часах уже 10 часов утра, но пока собрались, пока то да сё. Вещей у нас немного, взяли как бы самые такие теплые вещи, которые у нас есть. Так и поедем. Посмотрите на эту розовую мадам, а теперь посмотрите туда. Голова крутится. Как высоко. Далековато так. Вспомнили, что поползет. Она даже пахнет сосной. В общем, народ, это елка. Я нашла елку в Далате. 1,5 километра над уровнем моря. Блин, она пахнет елкой. Знаешь, я хочу, я, когда переедем в Далат, посадим, ну, и хочу где-то под лесом жить, чтобы нюхать елку. Чай с елки заваривать прям вообще. Ёлки, 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 вон ещё куча ёлок. Вон ёлки, вон ёлки, вон ёлки. Господи, прям Новый год. Я хочу это потискать как вас. Капец какой-то. Ёлки настоящие. Дай-ка на её обниму. Блин, даже слышишь, как в лесу? Какой звук? Ух ты ж, блин! Ёлка! Капец! Какая настоящая ёлка! Ага, шишки! Как будто дикари какие-то! А, шишка! Блин, как будто... и не видно. Может, ты расскажешь, что мы заблудились и... Может, расскажешь, что мы заблудились и едем среди этих? Да, мы заехали вообще не с той стороны. Ну, странно, там же развилка показала, да ладно, туда. Мы поехали не туда. В общем, мы потерялись. Нет, ты сама расскажи сначала. А? Скажи, что мы потерялись и... Мы уже вернулись. Всё. Так, в общем, это наша комната. Сзади горы. Здесь ванна. Сейчас покажу наш балкон. А, блин, а может отключить? И вот наш вид из балкона. Потрясный просто. Такая вот наш байк. Все, короче, мы упаковываемся, мы собираемся уезжать. Я вам покажу, ну, как бы, верхушку гостиницы. Вот вход. Мы жили вон там, не, вон там, и вид у нас был туда. Как пройти тут один вазон? А, ну, кстати, да, один вазончик, если там дикие, прикольные. И мы смотрели на горы, засыпали там, может, это видно, как-то теплицы маленькие.
То есть они всю ночь светились, так было красиво. Ну и горы. И сосны. И здесь тоже сосны. И здесь сосны, они везде. Все, мы ладно, будем упаковываться. Сейчас поедем, покушаем. И поедем. А, кстати, а как мы поедем? Мы поедем через Фанранг. То есть это будет 250 километров. Сюда мы ехали просто прямой дорогой с Тинчанга в Далат. А это будет длинный мототрип такой. Первый раз мы так едем. Посмотрим, что это получится. Доедем ли мы? Ну, будем надеяться, что доедем. Другого выхода нет. Ну все, поехали. Народ, смотрите, это здесь выращиваются огромные теплицы с цветами. Я не помню, как они называются. Типа ромашки. Хризантемы, наверное. В общем, она где-то аж там заканчивается. Какой? А мы поедем.